Если было этот вопрос мне задали, наверное, года 2-3 назад, я бы очень много профантазировал. Но сейчас самое главное для меня время, а по большому счету, что такое время? Это памятование, это постоянно растягивание внимания между настоящим в позицию прошлого, в позицию будущего. И чем больше мы растягиваем внимание, тем больше мы от присутствия уходим внафь, в сон, в сансару. И по большому счету для меня важно не время, а настоящее. И я бы, наверное, бы ученым советовал создавать машину времени не в дуальность, в прошлое, в будущее, а укоренять человека в момент настоящего. То есть для меня самое важное не момент будущего, не момент прошлого, а то, где мы сейчас. Самое главное качество жизни у нас будет происходить сейчас. Мы не сможем быть совершенным завтра. Совершенным мы можем стать только сегодня, только сейчас, занявшись чем-то. Мы не можем стать чище завтра. Чистым мы можем стать только сегодня. Все начинается только сейчас.